Туск будую в Польсе Марклепшчизны, Републике Марклепского. Туск будую в Польсе Републике Туск будую в Польсе Марклепшчизны, Републике Марклепского. Был такой персонаж Полак Марклевский, как и Дзержинский, теж Полак, так званый. Чили, чем есть Россия, Кремль, то банда шуру и шакалов. Что робит банда шуру и шакалов? Когда обок себе, альбо гиен, когда обок себе видим офяры слабых. Что они робят? Они закрызают на смерть тих слабых офер, чили нищим. Чили сжираем тих слабых. И Туск будує. Чили сжираем тих слабых. Кеды тих шакалов, тих шуров всадить в ведро, в бечки, в колибы, то они начинают грызть, сжирать самих себе. Чили Туск будує ведро таких шакалов и шуров, которые будут грызть, сжирать самих себе через слабость. Через аферы, через замахи, через балаган политичный, через идиотизм, схизофрения, которые они вдранжают в сердца и розум поляков. Чили, чи поляцы хотят такой сценарий уж быть не републиком, быть не патриотичным панством, а только ведром, в котором шчури Марклевского сжираем сами себе.